Домой в родной Дагестан вернулся новоиспеченный победитель первенства мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет Магомед Муртазалиев. Российские классики выиграли 5 золотых медалей, 3 в активе спортсменов-дагестанцев, и только один из них в весовой категории до 87 килограммов. Магомед Муртазалиев представлял сборную нашей республики. В аэропорту одного из триумфаторов соревнований в Албании встретили президент Федерации греко-римской борьбы Дагестана Мурат Пайзулаев, родственники и друзья, а также одноклубники. До этого у нас был Милат Амирзаев, становился, мы и радовались. Сейчас еще один новый стал. Молодец, прекрасно отборолся. Вчера Михаил Геразович дал высокую оценку, что хорошо боролся, бился. 5 схваток провел я. Первую был румын, вторую турок, третью венгр, четвертый был норвежец африканского происхождения, и в финале был со мной хорват. Отмечу третью схватку, как и говорил, более опытный такой спортсмен. На самом деле было тяжело, ну, и настроиться, и выйти бороться.